Ну что ж, и всем привет, с вами HSFC, и на сегодня мы будем еще разок попробуем выживать, точнее, в игре 60 секунд. Ну что, поехали, как я в тот раз и говорил, наверное, будем сразу же survival. Чтобы не бегать там, не пытаться, давайте Fat Man попробуем. Поехали. Чуть нарастим себе сложность, чтобы было немножечко по ядрёней. Может храниться 737 лет? Вау. Вот это поворот. У нас нету Тимми. Итак, мы добрались до убежища. Мэри Джейн не принесла свою тубу. Здесь очень шумит вентилятор. Секундочку, где Тимми? Наши полки полны банок с супом. Мы будем есть из них, даже спать на них. Ля-ля-ля-ля-ля. Это самозаполненное убежище. В общем, все у нас слишком хорошо, чтобы быть правдой. Поехали. В общем... Так, мы всегда думали, что есть жизнь намного лучше нашей. Нету жизни намного лучше вашей. Сидим, и сразу же второй день. Короче, я прочитал мини-гайдик, который занимает буквально, я не знаю, полстраницы А4. И благополучно его нахер весь забыл. Поэтому будем опять пытаться выживать как есть. То, что мы делаем сегодня, будет завтра поразительно, но Мэри Джейн прекрасно справляется с данной ситуацией. Она прекрасно выглядит, понятно. Утро достаточно спокойно для Теда, у него все хорошо. Next. Единственное, что я помню в описании, что желательно выплевывать народ где-то день на 10 из убежища, потому что, ну, типа радиация спадет и все будет отлично. Так, апокалипсиса будет достаточно, чтобы погасить любые наши споры. Однако, будущее не окрашено в красивые цвета, когда смотришь на голые стены, остается просто поднять себе настроение. Окей. Главное, что у нас есть книга бойскаута. Я так понимаю, благодаря ней можно очень многое вернуть, воскресить и сделать. Еще вот я прочитал, что у нас дихлофос, который стоит вот на этой полке, из него можно восстановить аптечку. Я понятия не имею, каким образом, но, видимо, да. Так, день 3 мы перестали. Так, надо пойти попить. Нахрен. Поим мы раз в 4 дня теперь, народ. Маленькие насекомые или это пауки? Вот еще в чем прикол. Я прочитал одну небольшую фичу. Если у вас на определенный день напишется, что есть пауки, не делайте с ними ничего. Тогда вы получите имбу. Сейчас посмотрим, что в итоге у нас получится. А вот и имба Мэри Джейн. Здравствуй же, Мэри. Мать твою за ногу, какая же ты страшная. Я ее не видел. Мы решили отомстить этим паукам голыми руками, ногами и другими частями тела, которыми можно смертельно атаковать паука. К нашей неудаче шансы были на их стороне. Они очень быстрые, мы устали, может повезет в другой раз. Во время нашей жестокой схватки с пауками одному из них повезло, и он укусил Мэри Джейн. Все было бы в порядке, но когда мы проснулись, она была другой. Мэри Джейн сказала, что с ней все в порядке, ей ничего не нужно. Класс, да? То есть вот у нас обезвоживание, а Мэри Джейн ничего не хочет. Имба, в каком смысле я говорил, что ее можно почти что не поить и не кормить. В общем, молодец Мэри Джейн. И, в принципе, можно, я думаю, уже послать. Немного опустим то правило, что после 10-го дня она уже мутант сраный. Че и будет-то? Так, не знаю куда. По карте я, кстати, ничего не прочитал. Было ли что-то, не было ли чего-то. Пока в безопасности, хорошо. Сегодня не произошло. Долорес тихая, с Тедом ничего не произошло. Смотрите, то есть на четвертый день, в принципе, можно всех кормить, поить. Обойдетесь без всего. Мэри Джейн, до свидос. Ну, я думаю, она уж выживет. Че, что такой-то монстр? Короче, если что, вы видите пауков, ничего не делаем, просто проходим дальше. Мэри Джейн вышла, надеемся, Долорес в прекрасном состоянии, Тед ни на что не жалуется. Хорошо, кормить мы их тоже не будем раз в 5 дней, давайте еще реже. Мусорный бак становится полон консервов, которые мы еще ни одну не открыли. Так, давайте сразу же попробуем с книгой бойскаута их изгнать. Не знаю там, что нам насоветуют, но, тем не менее, тараканов мы попытаемся изгнать из нашего убежища.
было близко, Долорес не ела, вода все, что хочет Долорес. Тед голоден. Короче, раз в 7 дней еда и раз в 4 дня вода. Да ведь? Да. Хотя раз в 8 дней еда. Обойдитесь. Нахер пошли. Запах заставляет упал кирпич, мы почувствовали жуткую вонь, мы должны проверить откуда. По-моему, они заболеть в итоге могут, ну, это уже было просто у нас. Да, все правильно я сделал. Вот теперь вас можно и поить, и кормить. Я думаю. Голод и обезвоживание. Я думаю, нормально. Долорес не ела. И не сможет больше. Тед голоден, одной ногой в могилу. А тут вуаля, и у нас есть еда. Грызуны нападают на наши запасы. Да, давайте их захерачим топором. Ружье мы можем сломать, по-моему. Я не помню, правда, когда мы его сломали, но сломали... О, Мэри Джейн, привет. По-моему, ты нам принесла воду. Какая красавица. Ура, припасы спасены. Это плохие новости для волосатых мутантов. Думаю, мы все еще вершины пищевой цепи. Ничего не могло сделать нас счастливее, чем возвращение Мэри Джейн. Ни одно сгоревшее здание не выглядело так привлекательно, как это после его осмотра. Убегает мутировавший пауков-крабов. Или кто там был. Мы в конечном попали в бар. По непонятным причинам он пережил взрыв, и его неоновая надпись по-прежнему работает, за исключением буквы А. Типа бр. Кто бы мог подумать, что томатный суп такая популярная закуска в баре. Мы нашли несколько банок, припасы лишним не бывает. Плюс один и плюс два. Немного еды, Мэри Джейн. Долорес должна что-нибудь поесть. В смысле? Я вас вчера кормил, что, охренели? Так, хорошо, давайте на 10-й день все-таки всех покормим. Наверное, все-таки раз в 5 дней их надо кормить. Да, мы еще раз пойдем на пустошь Мэри Джейн. У нас уже отдохнувшее радио у нас, к сожалению, нету. Санта, перестань. Итак, Долорес, Тед. Они все нормально, у них все. Вот так вот. Короче, они голодают один день, а потом норм. А мы вот Мэри Джейн можем покормить. То есть раз в 8 дней и раз в 4 дня. Соответственно, 12 день и 16 день нам надо будет попоить, а покормить в 16 день. Диета Мэри Джейн, немного еды, но судя по ее размерам, она вообще питается, я не знаю, Святым Духом. Пока, Мэри, ты недолго у нас пробыла. Боюсь, у нас скоро будут полные припасы. Кстати, хоть она и такая имба, мало ест, мало пьет, но есть вероятность все же не возвратить Мэри Джейн обратно. То есть, ну, как, без этого никак. Так, Долорес хочет пить, Тед действительно хочет пить. Пошли нахрен, терпите. Трудно не унывать в такой ситуации, мы искренне надеемся, что этому кошмару придет конец, иначе фиг его знает что. Вообще, конечно, логично читать гайд и его забывать, но ладно, извиняйте. Так, одной ногой в могиле, нужно попить, но в принципе нам в обучалке писали, что наши персонажи могут пить где-то раз в 4 дня, вот так вот. Так, групповая терапия. Мы долго думали, хорошая идея послать кого-то на пустоши. Как только мы начали собираться в поход, неизвестное существо начало рычать на нас. У нас есть пара секунд, чтобы решить, что делать. Короче, это, ребятки, насколько я помню, наши собаки, поэтому я ничего не буду делать вообще. И, скорее всего, мы не увидим, кто на нас там рычал. Ну, ладно, что уж поделать. Если все было иначе, с чудищем в бой, но существо почуяло опасность очень сильно. Так как существо очень сильно кричало, наверное, оно боится нас больше, и оно неспешно покинуло. Долорес не ел некоторое время, Тед голоден. Давайте все-таки их покормим. Я что-то не понимаю, как у них голод работает. Так, можем продолжать сидеть. Держите глаза, уши наготове. Радио, к сожалению, нет. Облом. Есть одна вещь, к которой мы нуждаемся, регулярные, экстренные, но, к сожалению, ничего не можем сделать. Тед, кстати, очень часто сходит с ума, я почитал, но что мы сможем сделать? Ничего не сможем сделать, если он с ума сходит. Как насчет того озера, на котором мы собирались несколько лет? Как было бы хорошо отдохнуть от всего этого безумия? Немного поплавать, покататься на лодке, даже если бы наш дом превратился в кучу атомов.
Ну, если кому интересно, можете на паузе, конечно, читать все, что тут происходит. В принципе, я это уже зачитывал, поэтому я не вижу особого смысла растягивать, не знаю, все это дело и читать по 20 раз одно и то же. Вода, это тоже вода. Никому ничего не дадим, потому что у вас вода точно раз в 4 дня, и оно им норма идет. А вот насчет еды пока еще понять не могу. Наверное, все-таки 5-6 дней надо делать для еды. Так, Долорес, тоже сегодня нашим завтра, так что давайте сделаем это правильно. Ладно, хорошо. Всем пить, если вы не будете. Мусорный бак опять становится чересчур. Давайте от тараканов избавимся, иначе мы начнем болеть наверняка. Я помню, тут тараканы где-то бегали. Привет, Мэри Джейн. Что ты нам принесла? До хера всего принесла Мэри Джейн. Мэри Джейн, ты реально имба. Я бы даже сказал, это просто пипец какой чит. К сожалению, она не принесла до сих пор фонарик. Давайте мы ее сразу же покормим. Мы избежали шальной пули в этот раз. У пули было 8 ног и светящаяся голова. Надеюсь, мы ее больше не увидим. Ничто не могло сделать нас счастливее, чем возвращение. Нечто, наше небольшое путешествие наружу, возможно, кто-то заметил. И последовало за нами. Мы должны быть скрытными в следующий раз. Куда идти за припасами? Магазин, конечно. Мы решили не обращать внимания на бомбы. И решили попасть в наш любимый магазин. К сожалению, мы попали только в то, что от него осталось. Большинство припасов сгнило на полках супермаркета, а яйца были разбиты на полу. Но, думаю, банки супа не протухли до 2015 года. Мы нашли полку с надписью «Всего за 99 центов». Единственное, что осталось, это бутылки с водой. Дорогие, зараза. Но мы их все равно забрали. Радио и противогаз. Прилавки магазина были жутко грязными. Все, что удалось найти, это использовать желательно резинку и сигарету. С другой стороны, мы нашли радио и различную музыку к нему. Противогаз одиноко висел на стене, но мы и воспользовались моментом. Почему вопрос непонятно. Так, давайте сразу же покормим Мэри Джейн. Она у нас добытчик. На пустоши пойдет Мэри Джейн. Что это за жуткий звук? И какого дьявола стена мокрая нас затопила? Нужно что-то делать. Ну, не было радио и не надо, давайте спасать карту. Конечно, логично, просто пипец как. Ну да ладно. Я думаю, пора их покормить. Не пора. Так, перед любым потопом. Так, Мэри Джейн очень голодна, да, Лорус в прекрасном состоянии. Короче, у нас радио вышло из строя, это понятно. Это в порядке. Давайте на всякий случай еще Мэри Джейн закормим. Так, есть большая вероятность, что она, наверное, все-таки вернется живой и здоровой, при том, что она и так нам принесла херву гору припасов. Заметьте, 19 дней, и это всего за, наверное, 12 минут примерно, я просто не засекаю никогда. Мэри Джейн вышла на улицу, давайте надеяться, Долорес что-нибудь поесть, Долорес без воды не протянет. Так, у вас обезвоживания нет, у вас только голод и жажда, тогда все ок, и идем дальше сразу же в следующий день. Единственное, так, и правильно фиг, что сделало правительство, опять радиослушание. У нас есть книга бойскаута, насколько я понимаю, книга бойскаута почти все может восстановить, все, что у нас тут присутствует. Ну, кроме аптечки, аптечка, по-моему, восстанавливается только дихлофосом. Есть одна вещь, в которой мы нуждаемся, опять радиотрансляции. Так, давайте сейчас будем засекать. 4 дня вода, 5 дней еда. Можно ожидать, что во время апокалипсиса будет царить тишина. Кто-то стучит в дверь, это опять отсылка на Fallout. Человек ищет ГЭК, что это, черт возьми, такое. Даем ему воду. Воды у нас до хера, в принципе, мне не жалко. Заодно Мэри Джейн может принести чуть побольше, а человек из ГЭКа может нам что-то передать. Ну, хотя бы фонарик бы передал, скотина такая. Посетитель был не очень счастлив, когда узнал, что у нас нет чипа воды. Также мы рассказали ему, что никто из нас не знает, что такое. Мы предложили ему воды, он просто объяснил нам, что водяной чип — это вещь первостепенной важности, и ушел. Больше мы ничего не узнали о водяном чипе. В животе Теда урчит. Вот сейчас вот будет очень весело. Вот у них сейчас голод. Кстати, написано, если они замучены, их надо наоборот выплевывать на пустошь. Я вот сейчас вот это вспомнил. Все здесь внизу, это вам не прогулка. Мы надеемся, что все скоро закончится. Жизнь будет отлично. Да-да-да-да-да. Ничего не закончится, мы будем дальше продолжать пытаться выживать. Итак, у нас вот это вот, по-моему, то ли 4, то ли 5 банок воды. Сегодня был для спокойной. Вот, смотрите, мы их покормили вчера, и они уже сегодня нормально сытые. Значит, можем просто пролистывать дальше.
пустоши полны сюрпризов, которые может дать нам за достойную плату. Давайте патроны попробуем отдать. Может, фонарик он нам даст. Просто чтобы, ну, последний, наверное, кого я хочу здесь увидеть, это вот блинчика. Чтобы блинчика найти, нам нужен фонарик будет. Он нам дал радио. Хорошо, Долорус хочет пить, Теду несколько капель воды рано. Вот, с тех пор, как мы прыгнули в убежище, настало время все проверить. Поехали проверять. Привет, Мэри Джейн. Так, кто у нас замученный? Обезвоживание, обезвоживание, замученный. Голод. Давайте опять же Мэри Джейн, она принесла нам, знаете, что нужно сделать, когда вы открываете дверь. Правильно, открыть огонь. Бам-бам, пули пробили стену, и мы задели трубу с водой. Благодаря этому мы наполнили 3 бутылки с водой. Ничто, Мэри Джейн на возвращение. Угу, наш путешествие наружу кто-то заметил. Мы должны скрыть ее в следующий раз, к сожалению, поиски. Мэри Джейн очень голодна. Нет. Мэри Джейн вообще пить, кстати, не хочет, заметьте. Она вообще не пьет. На 5-й день пока никого не отправляем. Немного надо переждать. Ну, давайте послушаем радиоэфир. Почему бы и нет? Все, давайте вот сейчас вот их будем кормить уже, соответственно. Правительство граждан, они сказали, что в ближайшие десяток дней спасут нас, и сказали, диета Мэри Джейн использует немного воды. Долорес что-нибудь поесть, Тед голоден. Опять же, кормить их пока не будем. А, нет, подождите, наоборот, сегодня день еды. Раз в 5 дней все-таки день еды, наверное, будет. Ну, посмотрим. Давайте пока так. Вот Теда сейчас, по идее, надо отправлять. То есть мы день переждали, вроде бы все спало. Что-то случилось, почему радио так резко прекратило вещание, мы должны настроить его сигнал. Наверняка сломает, сволочь, вот честное слово. Особенно если Мэри Джейн будет это делать. Смотрите-ка, не сломали. Какая-то добрая душа сообщила, что потеряла пакет с провизией. Мы сразу поняли, где находится, вскочили как можно скорее и добрались до пакета, прежде чем кто-то забрал другой диет Мэри Джейн, немного и еды. А если быть точнее, она вообще, похоже, не жрет ни черта. Ну, давайте ее покормим тоже. Так, Долорес с Тедом все в порядке. И давайте сделаем небольшую такую фичу. Я попробую вот так вот сделать. Накормлю Теда и отправлю его нахрен наружу. Потому что когда они, наоборот, устают почему-то, их надо выплевывать. Я не знаю, с чем это связано, но вот почему-то такая логика. И она есть. Давайте, не знаю, куда-то сюда переставим. Я, опять же, говорю, я не знаю, как влияет вот эта точка на карте. Диета в Мэри Джейн немного еды, да, Долорес долго не протянет без воды. Вот это на поверхность. Так, жажда. У Мэри Джейн постоянный голод, короче, кажись. Ее реально надо вечно выплевывать наружу. Давайте еще раз попробуем ей еды дать, я не знаю. Ой, это я что-то маленько... Мы рискнули тыкнуть в Мэри Джейн, и она просто пялилась в стену. А, мы рискнули тыкнуть Мэри Джейн, она просто пялилась в стену и безумно улыбалась. Может, нам удастся поговорить с ней. Давайте попробуем. Ладно, неважно. Мне кажется, Мэри Джейн уже не может сойти с ума. Охереть, мы потеряли имбу. Мэри Джейн ушла, мы не имеем ни малейшего понятия, что случилось. Мы пытались поговорить с ней лицом к лицу, оказалось, она... Казалось, она совсем расстроилась. На утро она оставила записку, которая гласила «Вау-вау-вау!» Мы надеемся, что с ней все в порядке. Долорес больше не может жить без воды. Хреново. Хреново. Я не про Долорес, про Мэри Джейн. Долорес вообще фиолетовый, честно говоря. Как насчет той поездки в Неваду уже было. Так, секунду. Я, к сожалению, забыл, какой у меня был рекорд по выживанию. Так, Долорес замученная. Значит, ей опять пора на... тоже, как и Теду, наружу. Долорес выглядит уставшей. Ладно, ей ничего не надо. На 30-й день мы ее покормим. Мусорный бак. Опять же, берем книгу бойскаута.
И, наверное, давайте на этом уже 30-м дне будем заканчивать нашу первую часть. Третьей попытки выживания уже на средней сложности. С вами был Wage of Sin. Это была игра 60 секунд. Всем спасибо за просмотр и всем пока!